Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Пусть ваш урожай будет сочным, спелым и обильным. А поможет нам в этом рубрика «Сад и огород». Наш девиз – соберем урожай без лишних хлопот. Это юбочка для меня, ведь у нас разгуляй, это так? Посмотрите, безусловно. Какая симпатичная, а? Юбочка. Но это на самом деле не юбочка, а очень важная и необходимая вещь для любого садовода и огородника. Так. Это парник «Удачный урожай». Угу. И сейчас на ваших глазах мы его разбираем, раскладываем. Так. Дело Вау! В том, что... Смотрите, как легко, быстро, и самое главное, посмотрите, какой он большой. Причем мы его сейчас растянули не на всю полную длину. Это парник «Удачный урожай». Выгодная цена 799 рублей на самый маленький парник. А у нас есть три варианта. 400 рублей скидка действует на парник. Ловите момент. Итак, вот у меня, Ген, такой вопрос. Кому он необходим? Кто без него не обойдется? Дело в том, что многие из наших зрителей уже приступили к тому, что купили семена, стали их проращивать. Да. И скоро необходимо рассаду пересадить в грунт. Но ранее весной ночи еще холодные. И первая забота, как сделать так, чтобы рассада не погибла, не замерзла ночью. Угу. Поможет в этом парник «Удачный урожай». А все почему? Потому что у него специальный укрывной материал. Слушай, какой интересный, такой мягкий-мягкий материал. Что это за материал? Это новинка на рынке. Это нетканное полотно из полипропилена. Угу. Оно пропускает ИК-излучение. Излучение это необходимо для того, чтобы растения росли, набирали силу. И внутри парника образовывалось тепло. И с другой стороны, оно задерживает ультрафиолетовый свет. Поскольку ультрафиолетовый цвет нам не нужен, он убивает растения. То есть все полезное пропускает внутрь, а вредное не допускает. Звонки бесплатные, набирайте номер телефона. У нас есть три варианта длины парника. Но мне хочется еще задать вопрос. Вот вообще у меня еще такой... Я думаю, что у которого возникают вопросы у наших телезрителей. Насколько эта конструкция прочная? Потому что мы ее так легко разложили. Давай расскажем, как ее собрать и убедимся в том, что она очень прочная. Итак, в основе конструкции находится каркас. Он выполнен из пластика. Это прочный пластик. Мы видим здесь трубы вот такие вот. А снизу они обрезаны, острые края. Зачем? Итак, как собрать парник? Нам необходимо взять и втыкнуть в землю эти дуги из пластика. Так. Они втыкаются достаточно прочно, и парник будет устойчиво находиться на земле. Есть маленький секрет. Так. Маленький секрет. Для того, чтобы парник еще был более устойчивым, у нас есть два торцевых конца. Так. Здесь находится укрывной материал. Мы соберем его и прижмем к земле грузом, не знаю, либо кирпичом, камнем. Можно колышек бить и прикрутить. О, колышек! Слушайте, это, мне кажется, будет очень надежно. То есть дуги мы втыкаем в землю, укрепляем, и еще вот этот угол мы тоже можем зафиксировать вот таким вот образом. А еще, знаешь, какой вопрос, Ген, возникнет у многих наших садоводов, особенно те, которые ездят не на машине, а ездят, например, на автобусе дачном. Как перевозить? Давай не покажем. Тяжелая ли конструкция? Оля, давай покажем. Возьмем и сложим его. Допустим, парник нам больше не нужен. Так. Рассада выросла, у нас отличные спелые овощи, зелень. Берем и сворачиваем его. Так, ну и чего, и как? Попробуй. Слушайте, он вообще невесомый, абсолютно. То есть можно абсолютно легко вот так вот его подвернуть, Оля, помнишь, завернуть пакет, убрать. И можно отвезти его в автобусе или, например, куда угодно. На машине. Собственно, в машине или в автобусе перевезти его. А дальше, смотрите, привезли. Именно в таком виде и получат наши телезрители этот парник в сложном виде. Да, он будет упакован. Так. То есть его просто берем и едем на дачу. Угу. Очень легко. Так, и вот так вот мы его, собственно говоря, и устанавливаем у себя. Потом разворачиваем. Так, у меня, знаешь, какой еще вопрос, Ген? Вот мне интересно, вот эти дуги, да, ты сказал, что они из пластика. Угу. Сейчас буду я испытывать. Мне интересно, насколько прочны эти дуги. Я сейчас пытаюсь ее разогнуть или согнуть. Она, кстати, гибкая. Гибкая очень и прочная. Прочная. И вот хорошо, что ты обратил внимание на гибкость трубы. Это позволит нам установить парник на разной высоте. Так. При установке мы просто можем варьировать высоту, сгибая трубы. Пусть это будет пониже парник.
А при этом у нас увеличивается ширина парника, и мы можем сразу установить его на несколько грядок, ну, до трех грядок здесь точно поместится. То есть представьте себе, если у вас широкая грядка, то этот парник можно установить пошире. То есть эти ножки, раздвинув и вкопав их пошире. А если узкая, и хочется вырастить высокую рассаду, Оля, есть еще, да, есть еще один интересный вопрос. Как поливать? Ведь это рутинная процедура, которую нам приходится делать каждый день. Слушай, а как поливать? А давай покажем вот на парнике, который у нас находится здесь давай рядышком. Давай покажем. Он стоит устойчиво. Так, давай я подержу. Парник. Итак, нам нужно полить наши растения. Да. Берем и поднимаем. Я, знаешь, как думаю? Так, давай. Я думаю так. Подлезаем внизу. Нет? Отлично, да. Почти угадала. Именно снизу мы начинаем поднимать укрывной материал. Обратите внимание. Вот это да! На укрывном материале есть специальные такие простроченные каналы. Угу. В них вставлены пластиковые трубы, и по ним легко поднять. О, слушай, как удобно! То есть там есть пространство, чтобы можно было аккуратно приподнять и полить. Итак, а вы как ухаживаете за своими посадками? А у вас все готово для урожая? Вспомните, какие у вас парники. Сделайте свой выбор прямо сейчас. Легкий, удобный, есть разные длины. Три варианта на выбор. Оплата при получении, звонки бесплатные. И это современный материал, который пропускает полезные лучи солнца и не пропускает вредные. А еще вопрос. Да. Лена, на засыпку. Готовься, как эксперт, у тебя хорошо, вопрос. Давай. Скажи, пожалуйста, мы на дачу стараемся ездить часто, надо же поливать. Ну, а мало ли случилось так, что мы не смогли поехать на дачу. Что наши растения останутся неполитыми и погибнут? Отличный вопрос. Оль, давай убедимся в этом, как нам может парник помочь. Вот сейчас в руке у меня находится небольшая тучка. Так. Пожалуйста, парник развернем. Давай. А посмотрите, как мы быстро его раскладываем. Эксперимент. Итак, мы развернули парник. Да. И представим, что у нас пошел дождь. Смотри, сейчас моя рука пошел вот дождь. Сухая. Сухая рука. Так, сухая. Я размещу ее под укрывным материалом и изображу такой дождик. Так, пошел дождь. Да. Так, пошел дождь. Так, и что происходит? А потом мы достаем руку и видим, что она стала влажной. О, так она пропускает воду, что ли? Да, в этом-то и важное достоинство укрывного материала. Он пропускает влагу. Этот парник будет ваш урожай, во-первых, выращивать в тепличных условиях, а во-вторых, он будет еще и пропускать влагу. Если, например, пошел дождь, то необходимое количество влаги попадет в парник благодаря ткани и пропускает воздух. У нас есть три размера на выбор. 4 метра, 6 метров и 8 метров длина парника. 4, 6 и 8. А какой вам необходим парник? Какой урожай вы хотите вырастить? Я желаю вам, чтобы ваш урожай был богаче, чем у ваших друзей и знакомых. Кстати, вот у меня вопрос к Геннадию. Ген, скажи, пожалуйста, а вот какие именно культуры ты рекомендуешь нашим садоводам выращивать в парнике? Отличный вопрос. Это, конечно же, овощи. Помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, перец. Ну, безусловно, зелень, источник витаминов. Все годится. Итак, сделайте свой выбор в пользу парника. Удачный урожай. Экономия от 400 рублей и 3 варианта размеров на выбор. Легкий, компактный, транспортабельный и ультрасовременный. Звонки для бесплатные. Тех, кто хочет собрать урожай, получить сочные, спелые овощи. Для тех, кто хочет обезопасить рассаду от того, чтобы она не замерзла ночью. Парник выдерживает температуру до минус 5 градусов ночью, и ваша рассада не погибнет. А еще он пропускает инфракрасные излучения, помогает растениям расти быстрее. Ваш урожай созреет раньше. Год урожайности продлится. Урожай — это классно, это круто, но я как практичная хозяйка у тебя хочу спросить, а это что, одноразовая вещь, только на один сезон? Современный материал, синтетический неопреновое волокно, оно позволяет использовать парник в течение нескольких сезонов, до 4-5 сезонов. Угу. И можно при этом также еще мыть. То есть его еще и мыть можно, то есть дуги аккуратно мы вынимаем и можем постирать. Ну, конечно, стирка легкая, в тазике, не в стиральной машинке, в теплой водичке. То есть это многоразового использования парник — удачный урожай. Записывайте. Мне нравится, Оля, да, то, что парник устойчив, и поэтому ветер, либо домашние животные, еще какие-то неприятности, которые случаются на даче, он не завалится и, соответственно, не погубит наши труды и усилия. Мне очень нравится, что там дуги гибкие, вот это классно. Хотите пошире?
или захватить две грядки, пожалуйста, можете это сделать. Хотите, чтобы более высокая рассада у вас выросла, сделайте максимально поближе между собой, расположите дуги. Но опять же, длина на выбор. 4, 6 и 8. 4, 6 и 8.